Итак, друзья, подписчики и гости моего канала, всех вас приветствую. Как вы уже поняли, это очередная распаковочка посылок с сайта AliExpress. Но сегодня у меня не, так скажем, обыденная посылка. Сегодня я впервые заказал обувь, а именно кроссовки. Вот. То есть, да, на самом деле это такой небольшой риск, потому что, возможно, не подойдет размер. То есть, кто заказывал, тот меня понимает. Вот, и очень бы не хотелось, чтобы первый блин был комом. Вот, на самом деле, да. Вот, ну, небольшая такая предыстория, на самом деле, по поводу приезда этой посылки и по размерам. Вот, приехала посылка за максимальные, для меня это рекордные, на самом деле, сроки, в 10 дней. Но Почта России все изменила в свою сторону, она решила мне накинуть пару-тройку деньков. Так скажем, сделать из этой рекордного, как бы, из рекордной доставки, да, сделать практически обычную, да. Вот, ну, понимаете, просто персонала не хватает, да, то есть, я такой захожу в первый день, да, то есть, вроде как ЦОП был с утра в 6 утра, и, как обычно, после обеда, я думаю, ну, заберу посылку, то есть, регистрацию, она уже, по идее, должна пройти. Вот, прихожу, то есть, местные, так скажем, жители, обитатели, они клеят марки, то есть им вообще не до посылок, у них мешки стоят полные, вот, и, короче говоря, послали меня оттуда подальше. Вот, на второй день ситуация, в принципе, не изменилась, то есть я также пришел, получается, как бы, ну, без извещения, все это понятно, потому что извещение сождать, то можно вообще еще неделю прождать. Вот, прихожу, то есть, опять же, говорит, что мы не вскрывали пакеты, и вообще, возможно, ваша посылка уехала куда-нибудь в другое место. То есть, я такое не понял вообще, ну, ладно. На третий день я не смог прийти, потому что, ну, не могу я туда каждый день ходить, потому что у меня свои дела есть. И, короче говоря, все-таки было обновление статуса, и выдача была где-то уже в обед. То есть, ну, в третий день не смог. Вот сегодня четвертый день, то есть, короче говоря, посылка по факту была получена через 13 дней с момента заказа. Вот, это что касается, так скажем, доставки нашей Почты России. Как бы дно прорывается все глубже и глубже. Вот, тут нечего сказать больше. Вот, и что касается размеров. По размерам у китайца есть таблица. Вот, в принципе, в Алиэкспрессе на любую обувку, да, то есть на одежду и так далее, есть таблица с размерами. Вот. Ну, в принципе, она обязана быть. Вот. Я такой просмотрел, то есть смотрю 45 размер для России и Европы. В принципе, одно и то же. Вот. Измеряется, если в сантиметрах брать, то 28,1 сантиметр. У меня размер моей стопы где-то около 28 сантиметров. Вот. Окей, с этим разобрались. Я решил подстраховаться и написать продавцу. Ну, знаете, типа, продавец, помоги мне, пожалуйста. То есть, подобрать обувь, то есть, все дела. То есть, все замеры я ему скинул. И окружность своей ноги, и длину. То есть, все нормально, с этим вопросов нету. Вот. Он сказал, что да, имеется в наличии 45 размер. Вот. Но я решил уточнить. То есть я попросил продавца, чтобы он мне взял и замерил по факту, сколько она, ну, по длине. Вот, на что я получаю ответ, просто не совпадающий с таблицей абсолютно. То есть 45 размер по факту является в сантиметрах 29 и 29,5. То есть, блин, ну, таблица у него заполнена точно неправильно. Вот, и, короче говоря, у меня есть два варианта. Либо эта обувь подойдет к моей ноге, вот, к моей растоптанной ноге. Вообще, на самом деле, 28 сантиметров – это 46 размер, по идее. Ну, вообще везде так пишут. Вот. Либо она мне будет большая. То есть, вот тут вот такой момент. Вот. Ну, черт его знает, будем пробовать смотреть. Как бы она уже приехала и все. Я пошел на риск. Вот, я решил рискнуть и все-таки заказать. Даже с таким вот уточнением от продавца. Так что давайте вскроем посылочку, посмотрим ее целостность. Ну, все как обычно. Сразу, кстати, хочу сказать то, что вот есть небольшая коцика. Вот, она абсолютно не критична, потому что я, кстати, видел фотографии о приходах
данной обуви. Поэтому есть хорошая защита внутри. Вот, сейчас мы... Вот, кстати, я ее немножко порвал чуть-чуть. Вы, наверное, слышали звук, как она пшикнула. Там такие, знаете... Короче, там воздух. Крутая такая система, на самом деле. Вот, сейчас мы посмотрим, кстати, как, какого цвета приехала посылка. Ну, в смысле, обувка. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы все было круто. Чтобы мне фартануло с первого раза в плане обуви. Вот так мы распаковываем ее. Так, это лишнее у нас. Так, что хочешь сказать? У нас получается... Вот, кстати, смотрите, какая упаковка классная. То есть, выдержит, в принципе, любую жопу, я так думаю. Да, если, конечно, с ножом в жопе садится, то, конечно, да, она повредится. Вот. Вообще, крутая такая упаковка. Так, что касается цвета. Цвет ко мне приехал тот, именно какой я заказывал. Так, название получается наших кроссовок Шембо. Это у нас гонконгский бренд. Вот. Я так понимаю, они изготавливают обувь, всякие там кеды, туфли, не знаю, шлепки, может быть, еще какую-нибудь хрень. Насчет остального не подскажу. Вот. Ну, как можете видеть, да? В принципе, что тут говорить, да? Все можете сами просмотреть. Все у нас идеально. Это что такое? Это просто грязь небольшая. Вот у нас 45 размер обозначен. Так, ловим фокус. Вообще, ну, вообще круто. Очень-очень-очень круто, прям вообще. Вот как на картинке. Да, понимаете, вот такая упаковка идет как раз-таки. Ну, все-таки это не одежда какая-нибудь, знаете, не кофта, не куртка. Вот, которой нужно будет после приезда с Алиэкспресса, да и вообще с любого интернет-магазина нужно будет выпрямлять, проглаживать и так далее. Это все как есть, так есть, как бы. Как на картинке. Вот. И достаем второй. Тоже 45 размер. Я буду очень рад, если они будут совпадать по размеру. Так, вот, можем тоже посмотреть. Целостность нашего товара. Тут небольшая хрень. Но это не катастрофично. Здесь у нас небольшой это слой резины. Ну, это можно просто взять немножко, отрезать, да и все. То есть, это вообще хрень, ни о чем. Вот, 45 размер. Вот. Ну что ж, друзья. Блин, ну, на самом деле, момент истины наступает. То есть, я собираюсь ее примерить. Вот, так что, давайте проследуем, короче, ко мне под стол. Вот, я ее, короче, одену. Вот, мне будет... Ну, да, разумеется, вы это самое, ну, никак, не знаю, не узнаете, каково мне в этой обуви, подошла она ко мне, по размеру ли она, либо большая, вот. Но, тем не менее, я покажу хотя бы, блин, свою ногу, да, и приложу к ней, допустим, кроссовок. Вот, как-то так. Давайте, короче, вниз. Ну что, друзья, мы продолжаем. Только уже внизу у меня тут. Короче говоря, вот она обувочка. Вот, вынимаем это дело. Так. И сейчас будет, короче, момент истины. Подошла, не подошла. Кстати говоря, кто-то оставлял комментарий вот под этим товаром, то, что кому-то вот жал, короче говоря, вот в этом месте, то есть, ну, вширь. Вот, короче говоря.
Вот она, моя волосатая нога. Так, ну, что можно сказать? Можно сказать, что она мне как будто бы как раз, если честно. Не, вот серьезно. Я вот не знаю, блин, такое ощущение, что у меня нога, блин, 90, ой, 90, все, я уже сегодня туплю. 29, либо 29,5. Вот, мне кажется, что он замерял снаружи кроссовка, да, и поэтому такой замер. Блин, вот, если честно, вот у меня прям, вот где-то вот здесь вот палец, что ли, где-то вот здесь вот. Да, то есть видите, в чем фишка, да, то, что как раз-таки вот это именно узкая обувь. То есть вот в этих местах мне вот сейчас нормально абсолютно. Вот, а палец находится здесь. То есть, понимаете, да, если бы он здесь находился, то вот здесь было бы мне жестко, прям узко прямо. Вот, блин, слушайте, круто вообще, на самом деле. У меня она как раз, реально. Даже пристану, короче говоря. Блин, вообще офигенно. Слушайте, ну я прям доволен. Вот, ну, второй я не буду одевать, я надеюсь, что они одинаковые, вроде как написано 45 размер. Вот, и такой фирмак довольно-таки в Гонконге. Ну, не знаю, как знаменитый, не знаменитый, но отзывы очень хорошие. Вот, так, давайте, короче, опять наверх поднимемся и сделаем заключение, так скажем. Ну что ж, друзья, честно признаюсь, я вот товаром очень доволен. Если бы не Почта России, то этот товар, эти кроссовки ко мне приехали бы вообще за максимальные, вот, за максимальные такие сроки, знаете, вот, как бы. На самом деле, ко мне в среднем приезжают посылки за 15-20 дней и далее, там, может быть, даже месяц или полтора. Ну, это если какая-то мелочь, которая не отслеживается. Ну, я думаю, вы в курсе. Вот. Я вот только что примерил обувь, да, то есть, и, блин, вот серьезно, она мне, в принципе, как раз. То есть, есть такая, знаете, доля, небольшая прям доля, то, что они большие, но, блин, носок очень тонкий, да, то есть, вот, а сейчас осень, поэтому можно, ну, не прям шерстяной надевать носок, да, но потеплее можно одеть, и будет прям вот самое вот дзен, короче говоря. Вот, так что вы все видели, да, то есть я обязательно оставлю ссылку в описании на данный товар. Вот, что касается ценника, да, если вы перейдете прямо сегодня, да, на этот товар, да, по данной ссылке, то хочу вам сказать, что скидка еще действует, скидка 50%. Вот, то есть там получается ценник указан, все, то есть скидочка. Просто идет распродажа, да, данной обуви. Вот. И действует она где-то еще 21 час. Ну, может быть, потом она обновится, то есть, и продолжится действие скидки. Так что, блин, я вот прям реально рекомендую. То есть, цвета есть разные, получается. Ну, не у данного товара, получается, а вообще в магазине у продавца. Вот. Так что меня все устраивает, мне все понравилось, я прям рекомендую, я очень доволен. Все отлично на самом деле. У нас такие кроссовки стоили бы, если бы вообще продавались, короче, до хрена бы они стоили. Вот. Так что, кому понравилось видео, ставьте лайки, вот, пишите в комментарии, вот, и спасибо за просмотр. Всем пока.